Таким образом, с правого края, который последние полвека занимали христианские демократы, теперь разместятся депутаты от «Альтернативы для Германии», а рядом с ними – свободные демократы. Далее справа налево будут сидеть христианские демократы, зеленые, социал-демократы и, собственно, левые. Также стало известно, кто проведет первое заседание Бундестага после выборов. Предполагалось, что председательствующим будет старейший депутат Вольфганг Шойбле. Но он отказался от этой роли, поскольку он планирует на первом заседании избраться на должность президента Бундестага. Таким образом, первое заседание откроет второй по возрасту депутат. Это свободный демократ Херман Отто Зонс.